Всем большой привет из Берлина, с вами Елена. В одном из своих видео я упомянула, когда началась война, и я делала несколько фильмов про войну в Украине. Я тогда сказала, что к нам приехала родственница из Украины. Я очень много раз порывалась рассказать, как принимает Германия беженцев, но мое семейство категорически против выступило, потому что, ну, действительно, мы все разные, будет очень много склок, возмущений, поэтому я не стала показывать, но все же в этом видео я решила с вами поделиться, так как наша родственница, я вам сказала, что она приехала беременной, и вот 4 июня у нее родился ребенок, девочка, и я хотела вам показать палату, в которой она родила ребенка. Также ей немцы дали квартиру, но она еще пока не переехала, так как только родила, и пока ребенок, она еще у нас. Ну, квартиру обустраиваем потихонечку. Свекор там кухню устанавливает. Ну, как-то вот так жизнь продолжается. И хотела вам показать по возможности, как я смогла. Потому что мой муж был не очень доволен, чтобы показала это все. Но я все-таки показала. Словом, идем в палату. Палата на двух человек, но лежит она в палате одна. Здесь есть шкафчики с ключиками, такой пеленальный столик. Здесь памперсы и все необходимое для ребенка. Здесь даже вот такой вот есть обогрев. Здесь второй шкафчик для второго пациента, но она одна в палате. Часы, телевизор. И на палату свой туалет, ну, своя туалетная комната. Смотрим. Эти душ. Насквозная сетка. И такой вот замечательный вид на дворик. Сейчас цветут вовсю шиповник. Посмотрите. Вот такой аромат. Вот такой обед принесли. Сейчас я покажу. Здесь и морковочка, картофель. Вот так. Вода тоже присутствует в комнате. Имеется. Еще раз сниму комнату. Здесь, в Германии, пациентов можно навещать и проходить прямо в палату. На этом я заканчиваю свое видео. Всех благодарю за просмотр и до новых встреч в новых моих видео. Всем пока!